Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему собака отказывается гулять. Как правило, собаки обожают находиться на свежем воздухе и с радостью бегут на прогулки. И поэтому очень странным кажется поведение лающего питомца, когда он отказывается идти на улицу. С чем может быть связано такое нежелание собаки выйти погулять? О каких проблемах животного может говорить такое поведение? Давайте подробнее рассмотрим основные причины, по которым собака обычно отказывается гулять. Первая причина – проблемы со здоровьем. Возможно, собаке тяжело передвигаться из-за травмы, либо она чувствует себя вялой и уставшей из-за каких-то внутренних нарушений организма. В таком состоянии лающему просто не до прогулок. При любых признаках нездоровья у питомца обращайтесь к ветеринарному врачу. Страх перед прогулкой – вторая причина. Очень часто он присущ щенкам и собакам-подросткам. Молодых собак пугает все новое, и им прогулки приносят больше стресса, чем удовольствия. Если же страх появился у взрослого питомца, которого до этого выгул не пугал, необходимо обратиться к зоопсихологу для выяснения причин такого поведения собаки. Недостаточный интерес к прогулкам – третья причина. Старые маршруты, отсутствие интересной программы физических нагрузок и общения с сородичами – часто именно из-за этого собаки перестают интересоваться пребыванием на свежем воздухе. Если вы хотите, чтобы ваш питомец всегда радостно собирался на прогулку, старайтесь периодически придумывать новые маршруты для выгула. Включите в программу прогулки физические упражнения на площадке, не запрещайте вашему питомцу общаться с сородичами. Непривычное место для выгула – четвертая причина. Если ваша собака до этого жила в частном доме и гуляла на участке, а теперь вынуждена ждать, когда вы выгуляете ее на поводке, нет ничего удивительного в том, что она отказывается гулять. Животные плохо переносят перемены. Отнеситесь к своему питомцу с пониманием. Собаке нужно время, чтобы привыкнуть к новому месту для прогулок. Плохая погода – пятая причина. Животные, как и люди, не любят мороз и слякоть. В ненастную погоду гулять им также не очень хочется. Чтобы плохая погода не становилась препятствием на пути к хорошей прогулке, приобретите питомцу специальную одежду, которая убережет его от неприятных воздействий внешней среды. Таковы самые распространенные причины, почему питомец отказывается гулять. Уделяйте внимание вашей собаке, заботьтесь о ней, следите за ее самочувствием, вовремя консультируйтесь со специалистом, заметив что-то неладное в психологическом или физическом состоянии любимца. И пусть ваш лающий друг всегда с радостью бежит на прогулку. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!